вокальные, хореографические и театральные коллективы. Мастера инструментального искусства, чтецы и художники собрались в парке Раздолье на первый окружной открытый фестиваль народного творчества «Лапоть энд валенок». В конкурсной программе 8 номинаций. В жюри заслуженные артисты и деятели искусств России, эксперты от Министерства культуры. У нас можно показать себя, причем нет ограничений по возрасту. Пожалуйста, от нуля, если в состоянии ребенок на коляске, вот сегодня, по крайней мере, 5-летние дети показали, как они чудесно умеют читать Ивана Андреевича Крылова басни в фольклорном стиле. Вот. Ну и, конечно, наши замечательные пожилые люди, которые сегодня и поют, и пляшут. Организаторами фестиваля при поддержке окружного комитета по культуре стали Молодежный театр «Крылья» под руководством Ольги Кобецкой и театр Натальи Бондаревой. Наталья делает уникальные костюмы. Она настолько чувствует вот эту вот этническую тему, да, и она настолько близка к этому фольклору, что лучше ее, пожалуй, во всяком случае, в нашем Одинцовском округе, я думаю, во всем Подмосковье никто не сделает. Вот. А мы умеем неплохо делать театральное шоу. Одна из номинаций фестиваля – «Народный костюм». Театр Натальи Бондаревой представил уникальные костюмы сказочных персонажей и новую авторскую коллекцию «Золотые купола». Расшитые вручную золотыми нитями, жемчугом, бисером и стеклярусом платья, представляющие православные храмы. Я очень надеюсь, что каждый человек, который прикоснется к данной такой вот, да, нашей идее, что действительно его как-то наполнит радость, свет и любовь, потому что земля наша русская, она действительно богата талантами, ее нужно любить, ценить, оберегать и почитать. С дефиле «Куклы-люди» выступил Молодежный театр «Крылья», продемонстрировав костюмы к спектаклю «Сказ про Федота Стрельца удалого молодца». Также зрители смогли увидеть коллекции «Армянский эскиз» и «Цветы России». Тем временем на малой сцене можно было услышать игру на балалайке, русские романсы в народном стиле и стилизованные шаманские напевы. Для призеров и обладателей гран-при подготовили эксклюзивные гжельские призы, специально выполненные по заказу организаторов. Фестиваль станет традицией. Уже в феврале состоится зимний фестиваль народного творчества «Валенок энд лапоть». Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».